Всем огромный привет, мои хорошие! Добро пожаловать на мой канал! Я очень рада вас всех видеть! Добро пожаловать в мое новое видео! Сегодня у меня видео получилось такое совсем небольшое. Оно у меня будет такое тематическое. Просто покажу вам наше реальное утро. Вообще, это мне не свойственно, чтобы у меня видео было такое небольшое, коротенькое. Обычно я люблю снимать большие влоги. Но так получилось то, что и времени, если честно, девчонки, не было снимать какие-то большие влоги, желания не было еще последнее время, потому что как-то я подустала и морально, и физически, скорее всего, поэтому получился такой небольшой ролик, и получился он такой тематический. Я просто покажу вам, как у нас проходит утро с малышом. Конечно же, наше утро начинается с водных процедур, умываюсь я, умываю малыша, потом я приступила сразу же к уборке, потому что мы сегодня проснулись, девчонки, очень рано, в 7 часов утра, и если мы так рано просыпаемся, малыш еще у меня не голодный, и поэтому я сначала навожу порядок такой визуальный, да, все убираю по своим местам, заправляю кровати, протираю пыль, то есть то, что успею, да, до того момента, пока он не захочет кушать, а потом уже пойду и буду готовить завтрак, и потом, соответственно, буду доделывать все свои дела. А иногда бывает то, что мы просыпаемся поздно, это, допустим, 8, полдевятого, 9, иногда бывает даже до полдесятого мы спим, если он поздно лег, и поэтому он просыпается очень голодный, и мы тогда сначала кушаем, потом я собираюсь, одеваюсь, крашусь, да, навожу марафет такой, и потом уже приступаю к уборке. То есть вот так вот иногда у меня меняется, да, то есть это все зависит все равно от малыша, и я уже потом подстраиваюсь под него. А еще, девчонки, добавок к тому, что я вообще не хотела снимать, я вообще думала то, что я буду просто отдыхать эту неделю, не буду ничем заниматься, буду проводить время с семьей, но я все-таки встала и пошла снимать, и хотя бы маленький ролик я для вас сняла, потому что все-таки есть и зрители, которые ждут моих роликов, и мне это безумно приятно, спасибо вам огромное, и поэтому я не хотела пропадать, да, надолго, но вы представляете, я начала когда снимать этот ролик, я поняла, что у меня сломался штатив, он у меня совершенно не держит телефон, он опускается, в общем, с ним невозможно какие-то ракурсы сделать, поэтому я снимала вот именно этот ролик, как могла, и вот так вот придумала, да, для вас поснимать, как я протираю пыль, и плюс снимала я с маленьким штативчиком, который у меня такой на гибких ножках, его, конечно, невозможно как-то закрепить и сверху снимать, потому что у меня нет на это возможности, но как-то более-менее, но получился у меня в итоге ролик, и я, конечно, безумно была этому рада, я не хотела бросать, потому что я когда уже начала, а потом в итоге я поняла, что у меня штатив не работает, что он сломан. Я вообще думала, может быть, бросить, а потом сказала, ну нет, Оксана, раз начала, надо уже доделать, надо уже ролик сделать до конца. Так что, девчонки, сегодня получилась такая необычная съемка с необычными ракурсами. Я так еще не снимала ни разу, но вроде бы по итогу получилось даже и неплохо. Девчонки, у нас стандартный завтрак, как всегда, каша у меня будет с яблоком, потому что мне с другим ни с чем нельзя. И у Тимки будет, как всегда, с бананом.
Я варю опять овсянку. Я почему-то, кстати, заметила, что когда я снимаю, всегда получается так, что у меня завтрак – это овсянка. Но мы, девчонки, кушаем все разные каши. Тимка у меня кушает и поленту, и рисовую, и гречку. Ну, как-то вот овсянка мне больше нравится именно по утрам. Потому что потом, допустим, можно поесть и гречку, и рис. А вот овсянка – это для меня как-то так, знаете, каша такая, как для завтрака. Вот, поэтому вот такой вот у нас стандартный опять завтрак. Тимка у меня здесь наводит опять порядки свои. Все достал, как обычно. Но я этот шкафчик ему разрешаю трогать, в принципе. Поэтому он всегда достает. И тут у меня еще, кстати, выпрашивает... Ну-ка, закрой! Закрой, закрой, закрой! Выпрашивает бананчик постоянно. Пока я готовлю, он бананы очень сильно любит. Но я их даю только утром, вот ему стараюсь только утром давать, чтобы он тоже не переедал. Да, Тим? Еще дать? Еще дать? Еще? Сын, у тебя такие ресницы большие. Можно мне их, пожалуйста? Вот почему у малышей всегда такие ресницы большие, а особенно у мальчиков. У мальчиков всегда ресницы большие. Да. У мужа у моего тоже такие ресницы прям большие-большие, и он всегда говорит, вот не надо было начинать краситься там в раннем возрасте. Я говорю, ага. Ты чё? А зачем ты так лёг? Что такое? Всё, мы сейчас пойдём кушать. А тут, пока каша у меня остывала для Тимки, я, в общем, решила сложить все пледы. Храню я их вот таким вот образом в такой вот сумочке от какого-то пледа, она у меня осталась. Я стирала недавно все эти пледы и, в общем, решила сейчас их все сложить. Один плед у меня еще до сих пор не высох. Сейчас вещи сохнут совсем долго, потому что такая влажность вообще в квартире у нас. Не знаю, почему так стало. Ну, в общем, вот решила быстренько убрать, пока мы не начали завтракать. Мы позавтракали, и с самого утра я всегда даю Тимке витаминку D3. Кстати, я хотела у вас спросить, до какого возраста вы давали этот витамин, и давали ли вы летом этот витамин, потому что все-таки летом солнце, жара, и как бы вроде бы солнечных лучей достаточно деткам, или может быть недостаточно, и вы все-таки летом тоже даете этот витамин. Мне будет очень интересно узнать ваше мнение. Ну и перехожу, конечно же, на кухню, надо помыть сразу же посуду после завтрака. Я люблю сразу же помыть, чтобы ничего не засыхало, а потом, чтобы не отмывать, не стоять это там, не знаю, по полчаса, я привыкла делать это сразу же. И, кстати, я как-то рассказывала уже про свои принципы еженедельной уборки, ежедневной уборки. Ссылочки я оставлю, если хотите, посмотрите, послушайте. В принципе, мои такие ежедневные уборки, они очень простые. Просто я обязательно всегда заправляю кровать, убираю все вещи по своим местам, потому что все-таки у каждой вещи должно быть свое место, и тогда в комнате все-таки становится как-то намного чище, и на кухне то же самое. Также обязательно мою посуду после приготовления еды, либо после того, как покушали. Я стараюсь делать это сразу же, чтобы не скапливалось очень много посуды, потому что, если честно, это самое мое нелюбимое дело, и мне проще сразу же помыть, чтобы ее не скапливалось прям много-много, чтобы и моя уборочка быстро-быстро проходила. Ну и, конечно же, моя любимая, нелюбимая моя сушилка, которая стоит постоянно, потому что стираем очень часто, либо наши вещи, либо у малыша. Тоже я немного ее разгрузила, посмотрела, что высохло, убрала сразу же по своим местам. А так она еще до сих пор у меня осталась сушиться почти до вечера, и потом вечером я ее уже полностью разгрузила. Ну и, конечно же, девчонки, занятия с малышом. Это обязательно. Я стараюсь каждое утро обязательно с ним посидеть,
позаниматься разными развивашками. Также читаем мы с ним очень часто. Ну и, конечно же, буду собираться сама я. Надо накраситься, так как я этого не сделала с самого утра. Обычно у меня бывает то, что меняется все, да, местами, как я вам уже и сказала. Но в этот раз получилось вот таким вот образом, то, что после всех дел я уже потом накрасилась. Крашу я только реснички и брови на данный момент. Лицо совсем не трогаю ничем, никакими кремами, потому что у меня аллергия. Но, как я вам уже и говорила, и вот в скором времени я сдам анализы на аллергены. Я записалась все-таки. И потом уже там будет известно, на что у меня аллергия. Я не буду так мучиться и страдать не буду, да, от этой жесткой диеты. Но пока что как есть. Ну, а накрасить реснички и брови — это прям мой ежедневный обязательный пункт. Я без этого никуда. Чтобы выйти в магазин, либо там с малышом прогуляться, я обязательно крашу хотя бы реснички и брови. А у нас в Москве опять началась зима. Весна никак не хочет приходить, а зима не хочет уходить. И очень-очень холодно, девчонки. Ночью у нас прям минусовая погода. Днем тоже такой прям очень холодный-холодный ветер. Мы вышли на прогулку. Ну и, в принципе, девчонки, вот мой ролик уже подходит к концу. Конечно, получился он такой маленький, но пока что как есть. А дальше опять встретимся с вами. Я надеюсь, то, что получится опять у меня большой влог, насыщенный влог. Ну и спасибо вам всем большое за просмотры, за ваши лайки, комментарии. Буду ждать ваших комментариев. Я люблю с вами общаться. Также заглядывайте ко мне в телеграм-канал. Я буду рада вас там всех видеть. Всем пока-пока и до скорой встречи. So where do you feel like you're stuck?